візілотон – сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз будемо говорити про полк Кастуся Калиновського. Це саме наші білоруські брати, які стали разом зі Збройними силами України і захищають Україну, допомагають тому, щоб виганяти звідси російських окупантів. Саме 9 березня 2022 року був заснований полк Кастуся Калиновського. Тож про рік білоруських добровольців тут в Україні хочу поговорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку саме білоруський добровольець з полку Кастуся Калиновського, його позивний Оскар. Оскар, здравствуйте, приветствую вас в ефірі. Здравствуйте, здравствуйте. Ну вот первое, что хочу у вас спросить, увидел, собственно, в телеграм-канале полка Кастуся Калиновского информацию о том, что вот 9 марта полку исполняется год. А расскажите, могли бы вы рассказать о тех первых днях, когда и как он создавался? Так, конечно. Все началось формироваться еще при Азове, когда мы начали формировать белорусскую роту при Азове, когда мы как бы были не очень многочисленные, и поэтому мы здесь записали видео с обращением к белорусам, чтобы они присоединялись к нам. И потом уже мы начали постепенно расти, и потом уже мы начали подписывать контракт ЗСУ, и тогда мы стали частью уже интернационального легиона. А вот насколько сложно было, ну, давайте говорить правду, да, все-таки учитывая то, что часть российского наступления, она была со стороны Беларуси, насколько сложно было завоевать доверие вооруженных сил Украины, да, если у вас белорусский паспорт? Это не было проблемой для военных, но вот в самые первые дни для полиции это было очень, как сказать, как красная тряпка для ПК. Мы перед тем, как попасть еще в ТРО при Азове, нас задерживали где-то 4 раза полицейские. Мы все никак не могли добраться до места, где нас могли рекрутировать. Ну, то есть, наверное, думали, что вы белорусские диверсанты, работаете на Россию. Так. Я еще видел, вы рассказывали, что вот в первый день против режима Лукашенко, более того, против сфальсифицированных выборов, сейчас он просто сам себя назвал президентом, да, и вот несколько стран его принимают у себя в гостях и считают, что он действительно президент. Ну, там, не знаю, наверное, Северная Корея, куда он, в Зимбабве летал недавно, вот. Вот сейчас мы увидели вот эту операцию, которая происходила в Мачулищах, да, это аэродром, там, значит, белорусским партизанам удалось повредить вот этот очень важный российский самолет А-50У, да, вот считается, что он был такими глазами на севере, был глазами российских оккупантов для того, чтобы обстреливать ракетами Украину. Когда вы услышали об этой новости, возникло ли у вас ощущение, что вооруженный протест, вот такой насильственный протест в середине Беларуси стал более возможен? Так. Проблема не в том, что он стал более возможным, чем раньше. Проблема стала, что он единственным возможным. Потому что на данный момент мирным способом уже невозможно ничего решить. Сейчас народ в Беларуси запуган максимально. И там сейчас за
любое плохое слово, за любое неправильное слово тебя могут посадить в тюрьму. И ну, сейчас просто нету другого способа, так сказать, бороться с режимом Лукашенко, кроме как насильственного. Поддержат ли это белорусы, как вы считаете? Ну, учитывая, что все-таки не было вот таких насильственных акций протеста, не было насилия, да, вот этого не видели белорусы, я имею в виду такие обычные граждане, которые живут там, ходят на работу, то есть для них, вероятнее всего, там, тысячи политзаключенных, да, или люди, которые выехали из Беларуси, они, возможно, их даже и не замечают. Так, возможно, но я говорю только с пункта своего видения, и я не знаю, в принципе, как это может воспринять простой человек, который может даже за Лукашенко. Мне тяжело представить, что находится что происходит, какие процессы происходят у человека в голове и что ему нравится в нем и так далее. То есть крепкий хозяйственник, знаете, о других людей. Да-да, крепкий хозяйственник, стабильность, об этом обычно говорят, да. Что чарку и шкварку вот и так именно. Далее. То есть, я не могу говорить за всех остальных, я просто говорю сам, как я думаю, что я думаю. При этом мы помним, да, что действительно со стороны Беларуси заходили танки в Черниговскую область, в Киевскую область. Оскар, слышите нас сейчас? Так. Да, то есть мы помним, откуда это все происходило, и, разумеется, нам постоянно так или иначе намекают, угрожают тем, что это наступление может повториться. Мы увидели такой стендап Лукашенко несколько дней назад. Он, кроме того, что оскорбил президента Украины, он еще и, говорил о том, что вызов принят. Тут он реагировал на то, что произошло в Мачулищах. На ваш взгляд, Лукашенко решится, может решиться использовать свою армию? Вот просто ваше субъективное впечатление. Это не от него зависит на данный момент. В данный момент он в полном подчинении у Путина. То есть это не будет зависеть от того, хочет этого Лукашенко или нет, потому что Лукашенко этого не хочет. А захочет ли этого Кремль? Потому что у Кремля сейчас карт-бланш на безнаказанные действия на территории Беларуси. То есть сейчас они используют Беларусь как тренировочный центр. Они свозят туда своих мобиков, где их тренируют белорусские контрактники. Где они квартируются и так далее. После чего русские планируют использовать их в боях уже позже. При этом мы знаем, что очень сильно Лукашенко боится того же полка Калиновского. То есть есть такое мнение о том, что одно из очень сильных его переживаний – это то, что если вдруг белорусская армия, во-первых, вступит на территорию Украины, что большая часть может перейти на сторону, собственно, Калиновского и повернуть свои штыки против Лукашенко. Я не знаю, есть ли у вас какие-то сведения по поводу того, что происходит в белорусской армии. Возможно, кто-то из ваших побратимов имеет какие-то связи там. Известно ли вот хотя бы что-то нам о том, а что в головах у белорусских военных? Мне передавали информацию, что там у них происходит. Я могу сказать, что большинство срочников, большинство контрактников, они в принципе не хотят воевать. Есть люди, которые говорят, что типа если война начнется, они к нам соединятся. Но я знаю, что там есть, так сказать, люди на высоких посадах, которые прямо топят за Россию, прямо хотят в войне поучаствовать. Но это в основном, так сказать,
деловые крысы, это всякие майорчики и так далее, которые сидят в кабинетах, у них там на столе закат над болотом, триколор российский, и вообще в голове каша. Да-да, мы приблизительно представляем себе, что это за люди и что это за типажи. Хочу немножко попросить вас рассказать о том, вот как раз если говорить про 2020 год, да, мы помним, действительно это была миллионная демонстрация. Действительно, белорусы верили в то, что вот таким мирным маршем, да, мирной акцией протеста можно заставить Лукашенко уйти, да, заставить этот режим, как это называется, сдать оружие. Вот если говорить лично о вас, какие у вас были надежды в 2020 году, когда вы увидели, да, вот это единение белорусских граждан против преступного режима Лукашенко? Ну, на тот момент я все-таки думал, что мирным протестом все еще можно что-то поменять. Тогда я еще думал, что это может сработать. Это сейчас я уже понимаю, что у нас мирно не было возможности что-то поменять. Единственное, в чем нам это помогло, это в консолидации, в солидаризации народа. Ну, и, в принципе, народ начал себя воспринимать как народ, как единое целое. То есть это помогло сплотиться и так далее. Но единственное, на жаль, сейчас я уже понимаю, что тогда у нас так, теми методами, которыми мы пробовали бороться с режимом Лукашенко, у нас не могло получиться что-нибудь дельное. На жаль. А когда и за что против вас уголовное дело открыли в Беларуси? Это было после акции, на которой меня задержали и отправили на 15 суток. И после того, как я отсидел эти 15 суток, пару месяцев спустя, уже в начале 21-го, мне пришла повестка в Следственный комитет, где меня вызывали в качестве свидетеля по уголовному делу. С чего я улетел в Украину и уже в Украине узнал, что меня уже перевели из свидетеля в подозреваемого по криминальной справе, и мне грозило 7 лет тюремного держания. Но мы знаем, насколько жестоко обращались белорусские менты с теми протестующими, которых они задерживали. А что вам говорили вот эти самые белорусские менты? Ну, в принципе, они со мной мало разговаривали. То есть, ну, там так же было много разных людей, но большинство с них просто плевать. То есть они понимают, что они делают, ну, что-то незаконное, но им плевать, они знают, что они в безопасности, их защитят, и у них развязаны руки для всего этого. И не злитесь, ну, работа такая. Но и все-таки то, что они делали и продолжают делать, это все-таки, я считаю, очень серьезным преступлением. 100%. И, конечно, да, мы видим, что Лукашенко дал силовикам такой карт-бланш и, собственно говоря, гарантировал им их безопасность. Именно поэтому они могут творить любой беспредел, и сейчас это продолжается. Мы при этом видим, да, как белорусский вот этот силовой маховик репрессивный, что он, как он давит на тех, кто даже уехал из Беларуси. Да? Мы видим, как дискредитируют активистов, как дискредитируют, скажем, участников
ровесников полка Калиновского, используют, например, их родственников. Ну, много есть свидетельств, да, когда там громят квартиры, а потом заставляют родителей что-то такое говорить о их сыновьях или дочерях. Ну и да, это неприятная тема, но было интервью, вашу маму заставили о вас что-то рассказывать, белорусская пропаганда. Так-так. Как вы это восприняли? Что это было? Была ли у вас возможность с матерью пообщаться после этого? Так, была. Ну, что? Было обидно, но я понимал, почему она это делает, и что могло с ней быть, если бы она этого не сделала. То есть они просто заставляют, правильно? Ну, конечно. Тут же КГБ працует постоянно с людьми, и все это постоянный пресс, давление на людей и так далее. Ну и Я понимаю, почему она это сделала. Ну вот последний вопрос, который хочу задать, и мне кажется, что он очень важный. Мы, когда говорим о тех жертвах режима Лукашенко, да, о тех людях, белорусах, которые приехали в Украину, мы видим, что они очень часто сталкиваются с тем, что не могут легализоваться в Украине, да, что наши службы не дают им возможность оставаться в Украине, не выдают им свидетельство на то, чтобы, ну, там, на временное, справку на временное проживание. Как часто белорусы с этим сталкиваются, что вы об этом знаете? Ну, белорусы начали сталкиваться еще после 2020 года с этим, когда начали убегать из-за уголовных преследований. Белорусы начали убегать в ближайшие страны, в Польшу, Литву и Украину. Некоторые приезжали в Украину и... Ну, хотели оставаться тут, но, на жаль, тут законы, они работают, но там сами законы написаны плохо, то есть их нужно поправлять, потому что сейчас очень тяжело не только белорусу, кому бы то ни было, просто получить украинское гражданство. Да-да, мы знаем это об украинской миграционной службе. Я не случайно задаю этот вопрос. Знаю, что нас слушает очень большое количество очень разных людей, в том числе и представителей власти. Я думаю, что важно поднять этот вопрос еще раз. Оскар, спасибо вам большое за этот разговор. Живе Беларусь. Знаем на зв'язку був Оскар. Він є белоруським добровольцем з полку Костуся Калиновського. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.